Не совсем обыграл. Снова с мячом Бога. Фроллер. Неплохо. Запакоста. Мяч под правой. Крутит дальнюю девятку. Гол! 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 Аталанты! Красиво! С каркасом, с касанием, как мы любим. Вкусно! Счет равный. Не слишком это справедливо, наверное, по такому матчу. Но Аталанта сравнивает счет. Заранее нам показывают эту атаку. А, ну вот режиссер сам спохватился, хотя я бы посмотрел с того момента. Но, видимо, времени нет. Вот уже спаса Фройлера мы видим. Этот отрезок, и Дзапакоста кладет мяч в дальнюю девятку.